Специальный защитный костюм, несколько масок, очки и перчатки. Это уже привычный рабочий набор для фельдшера Салимы Сатвалдыевой. Она с первого дня пандемии на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Признается, что сама решила заниматься изучением этой болезни. Ведь это прекрасная возможность узнать о вирусе лучше и впоследствии оказывать помощь пациентам на более качественном уровне. И когда ты приезжаешь, пациент, естественно, паникует. Но объясняем, что мы вас не бросим, будем контролировать. Ничего плохого с вами не... Главный настрой психологический пациента. Вот. Если настроить на волну, я всегда говорю, позитивную волну, естественно, и степень выздоровления зависит от этого. Но не только психологической помощью ограничивается лечение. У мобильной ковидной бригады, которая лечит пациентов на дому, с собой целый комплекс лекарственных препаратов. Кроме того, врачам помогает младший медицинский персонал, который проводит все необходимые процедуры, от измерения давления и уколов до забора анализов. Выработана четкая система лечения, существуют методические рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции, и мы строго придерживаемся этих рекомендаций, что дает положительные результаты, и можно отметить, что сейчас количество пациентов с новой коронавирусной инфекцией, тем более тяжело протекающей, к счастью, уменьшается. Специалисты одной из самарских поликлиник промышленного района контролируют более 130 амбулаторных больных. Тех, чья болезнь протекает спокойно, мобильная бригада посещает периодически, контролируя их в том числе и по телефону. А вот к тяжело больным врачи выезжают каждый день. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.